Итак, друзья, Аланья, Турция, 1 марта, всех с весной. Зима вроде как закончилась, хотя, я думаю, во многих городах, где вы живете, вы еще долго будете в снегу, в холоде и так далее. Но смотрите, какая погода сегодня здесь. Конечно же, никакого снега здесь нет и быть не может. Жарко, в автобусах уже проблематично ездить, уже я даже не представляю, что летом будет. И людей стало, кстати, заметно больше за буквально 2-3 дня последние. Вот везде стало больше людей, днем стали идти полные автобусы, которые обычно были пустые. Намного стало больше. И завтра обязательно постараюсь сюда прийти, я вам покажу, сколько завтра здесь будет людей. Я даже, если честно, представить себе боюсь, сколько завтра здесь будет людей в выходной день. Вот такая вот сегодня солнечная погодка. Далматаж, Клеопатра. Далматаж. Меня эти далматинцы сбивают. Я далматаж, далматаж. Могу так сказать. Не обращайте внимания. О, кафешка уже подготовилась к приему посетителей, к летней работе. Все уже просыпается. Пляжи везде облагораживаются. Все становится красивее, веселее.